Всем привет, меня зовут Алла Кичиджан, я креативный продюсер соцсетей, и мы начинаем флешмоб с хэштегом Run Forest Run или Беги Forest Беги. И я жду, пока ко мне присоединится Виктория Курьян из Висбадена. Я сейчас в Варне, за мной Черное море и город Варна. Вика, я пока не могу тебя позвать, да, могу. Решим пробежку. Она в Германии, я в Болгарии. Одиночки, потому что совершенно невозможно. О, привет. Привет. Аленка, Виктория в выигрышном положении. Жить я с мамой путаю. В выигрышном положении у нее стабилизатор есть, а у меня без, я буду без стабилизатора. То есть готовьтесь к тому, что я буду скакать в эфире. Ну да, немножко экшена. Тебя плохо слышно, Вика. Совсем плохо. Ты уже, ну, мы друг друга можем и не слышать. Так лучше? Ты начала уже бежать? Ау! Или ты еще идешь? Ну, побежали. Окей. У нас вряд ли получится при такой шуме диалог. Слушай, и не очень трясется камера, кстати. Вот. Диалог не получится, потому что у меня не слышно ничего. Поэтому я буду пытаться. Я практически не слышу, но я догадываюсь, о чем ты говоришь. Будем читать по губам. Ну, давай расскажем все равно по очереди об идее флешмоба. Практически начнем с того, что движение – это жизнь. И для того, чтобы оставаться на месте, тебе всегда нужно двигаться. Тебе всегда нужно бежать. И мы хотим, чтобы... А для того, чтобы... Да? Что я бегу босиком. Ау! Алла, ты почему не бежишь? Я попробую показать. О, ножки! Чтобы показать. Но у меня здесь прекрасный белопесчаный пляж. Итак, идея, я ничего не слышала, но я примерно знаю, о чем мы говорили. Идея флешмоба под названием «Беги, Форест, беги» или «Run, Forest, run», если in English, в том, что движение – это жизнь, очень простая идея, и каждый, кто совершает пробежку или занимается любым видом спорта и двигается, он может подключиться к нашему флешмобу и двигаться вместе с нами в соцсетях. Нужно всего лишь поставить хэштег «Беги, Форест, беги» или «Run, Forest, run». Run. Ну, давай перейдем к англоязычной и итальянской части публики. I have a favorite. Run, Forest, run! From Alice in Wonderland. And I'd like to invite our foreign friends to join to our flash mob. And the idea is to stay in place, you need to run. And if you like to get somewhere, you must run at least twice as fast as that. И, собственно, по-русски, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, чтобы куда-нибудь попасть, куда-то добраться, нужно бежать вдвое быстрее. Собственно, сейчас это происходит в соцсетях. А теперь по-итальянски. Praticamente, per rimanere sul posto, bisogna essere sempre in movimento, perché il movimento è la vita. E se vuoi raggiungere qualche meta, se vuoi arrivare da qualche parte, devi correre pure il doppio più veloce. Вообще болтать и бежать – это вещи несовместимые. Ты когда-нибудь бежала марафоны или полумарафоны? Я площадку пробегаю.
I have even the playground where you can train, where you can stay active, where you can run for a run. К нам еще, кстати, кто-то хочет, знаете, присоединиться. Меня вокруг дети. Да, но это невозможно. И дети, да, никогда не будут тебя критиковать. Они смотрят с зелеными глазками, улыбаются и повторяют. Точно так же. Смотрите и повторяйте. Флешмоб, беги, форест, беги. Мне придется через забор перепрыгнуть. Или я смогу перепрыгнуть? Ну как, мы вообще смокаем, мы еще. Все. Ты упал, боец упал. Ну тогда молча бежим. Друзья, делитесь флешмобом и присоединяйтесь к нам, к нашим пробежкам. Это не важно, в котором часу и где это происходит. Важно, чтобы... О, кто-то умеет красить. Важно, чтобы просто вы двигались вместе с нами в соцсетях. Не забудьте поставить хэштег. Я тоже запыхалась. Беги, Форест, беги. Мне кажется, что там сзади меня уже кто-то бежит. Вик, ты зависла. Поддерживаем нас, а то у нас уже с дыханием плохо. Вика выскочила из эфира. Но мы заканчиваем нашу пробежку. Я пробежала с километр. Не знаю, сколько, Вика. Я на побережье Варня, без Влады. Меня зовут Алла Кичичжан. Я креативный продюсер соцсетей. Join to our flash mob. Run, forest, run. Thank you for your attention. Bye.